собралась. Всем привет, с вами канал Артмания. Здесь лежит Женькин подарок, это я ему вручу. Перекресток, карточка, чтобы было дешевле, чтобы поэкономить. Вот так я одеваюсь, собираюсь. А какое-то время стою так в куртке, чтобы согреться. Чтобы прям так хорошо согреться, чтобы потом на улицу, когда выходишь, то становится тепло. Идешь по улице зимой, тепло, хорошо. А когда вот только-только оденешься, сразу выходишь на улицу, то как-то так замерзаешь сразу. Как бы как не успела согреться. Сейчас я согреваюсь такая, стою. Смотрю, я тут, оказывается, маску забыла одеть. Обычно я ее одеваю до шапки. Сейчас придется туда лезть и одевать все заново. Обычно мне Дима сразу напоминает. Маску забыла одеть. Я говорю, да ты моя умница, напомнила маме одеть маску. А сейчас я одна выхожу, Димочка мне сегодня придет. Сегодня я иду второй раз по магазинам сейчас. Вот, сейчас я пойду сначала в Пятерочку. А, вчера я была в Пятерочке, но там не было хлебцов любимых Диминых. У него очень появились необычные такие хлебцы, я вам покажу потом в конце. Их там не было, а в другой Пятерочке, она побольше немножко, там есть, я помню. Вот, потом пойду в Фикс Прайс. Вчера я там была, но корзинку я не взяла, потому что она мне не нужна, поскольку я там пришла за определенными товарами. А появились там другие товары, я взяла другие, короче. А те, которые мне были нужны, я частично взяла. Ну, короче, у меня вот так вот было, просто руки забиты, и корзинки, блин, это так неудобно, когда корзинки стоят, то есть нужно выйти из магазина и там взять корзинку. Это очень неудобно. Когда ты все-таки решил взять корзинку, тебе надо выйти из магазина. Ну, это ужасно. В Перекрестке я вчера заметила, корзинки стоят прямо в самом магазине. И в некоторых фикс-прайсах тоже корзинки стоят прямо в самом магазине, там где-нибудь посередине. То есть ты идешь, 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 набрал целую кучу, хоп, смотришь, а тут посреди магазина стоят корзинки. Хоп, туда все сваливаешь, берешь эту корзинку и идешь дальше. Это классно, это круто, это вот реально вот супер. Не помню, правда, в каком магазине это было. Вот. Поэтому сегодня я пойду второй раз. Я еще хочу купить, наверное, альбомы. Там альбомы 55 рублей всего стоят, а у нас они очень быстро заканчиваются. Дима, если садится рисовать, если отвлекешься, куда-нибудь уйдешь, он просто весь альбом разрисует. На одном листе там козявка какая-нибудь, на другом листе, на третьем, на четвертом. То есть вообще это вот так у нас. Не знаю, посмотрим, возьму или не возьму, но надо взять. Пока не за 55 рублей, пока не повысилась на них цена, надо брать. Вот. И потом я еще хочу пойти в Перекресток. Вот. Там мы с вами будем проверять баллы, это будет отдельный ролик, как мы проверяем с вами баллы. Все, давайте, я уже... Мне прям тепло стало, я буду уже выходить. Я уже тут приготовилась. Рюкзак, мусор приготовила, выкинуть надо. И сейчас пойду. Пойду. А мне ставьте лайки и пишите, как делаете вы, когда выходите из квартиры. Сразу оделись и вышли. Или тоже сначала стоите, греетесь как следует, а потом выходите на мороз. Напишите, интересно. У меня мама, например, не любит. Она любит одеться и сразу пойти. И поэтому все время мерзнет, все время. Наташ, быстрее давай, я замерзла, быстрее, быстрее. А я иду, мне тепло, так хорошо. Смотрите, кучу убрали. Все уже отколупали. Дорожку открыли. Все открыто, отклупали. И все. И теперь люди дальше там мерзнут. Живут. Интересно, из-за чего стали отваливаться кирпичи там? Напишите в комментариях, как вы думаете. Ваши гипотезы. Какова? Так, а мы идем с вами в Пятерочку за хлебцами.
Здорово. Пятерочка, молодцы. Сделали одну полку со всеми акциями. Короче, я уже дома все перенесла. Купила такую штучку маме. Каждый раз, когда я иду забирать Димочку, я маме покупаю какую-нибудь вкусняшку. Такой сюрприз. Кстати, когда его слишком часто, постоянно покупаешь, то потом приходишь, когда без вкусняшки, случайно забыл ее купить, человек вас сразу спрашивает: где вкусняшка-то? Ты что, ничего не купила, что ли? То есть так вот. Такой вот. Ням-ням. Перчатки свои возьму. Сейчас пойду забирать Диму. Через камеру так светло. У нас открылся новый магазин. Мясной гастроном. Называется Асокма. 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 Сейчас я туда пойду. Посмотрю. Что там такое? И потом вам расскажу. Там говорят, мясо будет продаваться. Мама сказала, много мяса и полуфабрикаты. Магазин там, конечно, да. Там больше коллекция продуктов разнообразная. Честно говоря, такое разнообразие продуктов я ни в одном магазине не видела. Мясо разнообразие. Причем там интересно, там даже вымя продается. Я такое только на рынке покупала лет 10 назад. Там почки свиные. Не печень, по-моему, почки. Я еще удивилась. Дешево так. Язычки там вообще. Такое просто разнообразие. Сколько денег туда вложили. Продукты также, молоко, это творог, но они какие-то необыкновенные. Какие-то, не как в обычных магазинах. Такие никто не берет. Как светофоры странные такие продукты бывают. Там тоже так же. Специи всякие. Короче, такой прям интересный магазин. Ароматы, запахи, блинный торт продается на вес 52 рубля за 100 грамм, наверное. Ну, там не было написано. Блинчики уже готовые, там блинчики, банан с шоколадом, начинка блина. И сегодня я уже очень много купила всего, потратилась, поэтому не стала, наверное. В следующий раз я куплю, попробуем. Вместе с вами, наверное, даже попробуем, что такое, что-то там такое вкусненькое у нас продается. Вот, а там наш перекресток. Тут тоже магазин. Тут, кстати, квас мой любимый продается, букет Чуваши. Очень такой ароматный, вкусный. Хотела его сегодня тоже купить, но не стала. Денег много потратила сегодня. Несколько тысяч на продукты, на всякое там. В экспрессе 1200 оставила. Пошла в экспресс за альбомами. А в итоге там не купила кучу всего. Когда я включила, она включается. Где она? А, вон она.
Еще раз. Не перекладывай вручную, не надо. Ага, машинка поднимается. Это лед кусится. Это лед еще добавил. Стоп! Еще немножко надо чуть-чуть. Ну, нормально. Дальше. Подцепляется. Дальше. Переносится, ба. Бесконечная игрушка. Ой, тут сама синючуть, да? Да, застревает. Не успевай за тобой, машинка. Еще раз. Не надо переставлять. Надо еще раз нажать и все. Перекрутил, потому что надо, чтобы прямо напротив стояла. А, что ж перекручивается. Пришли мы домой с Димочкой. Димочка, маленький мой малыш, мамина мышка. Сидит уже, играет. О, у тебя хорошо получается. Ты прям как будто ей пользуешься уже. Это, кстати, от игрушки барабанная дробь из фикс прайса барабаны. Они давно сломались. А вот эта штучка от них осталась. Вот. А я тут буду сейчас доставать, что нам дала бабушка. Смотрите, я вам покажу. Она не вареная? Не вареная. Так, брокколи, гранат. Так, там моя игра. Здесь я купила. Не знаю, что-то я увидела осетинский пирог в выпечке. Захотелось. Потом увидела еще и чебуреки. Блин, захотелось. Они так ароматно пахнут. Мы шли домой, туда я до Димы шла, обратно шла, они прямо из рюкзака пахли, прям обалденно. Так, здесь Диме... А, это он не допил, значит, сегодня надо допить, чтобы... Так, тут мама передала красную икру чуть-чуть. Мы уже пачку съели, вот она, пачку съели, и вот еще на бутербродик. Это выкинуть. Так, тут что тут еще? Господи, половинка перчика. Так, яички перепелиные. Сейчас мы очень часто их кушаем. В них там тоже всякие разные витамины есть, которые нужны Димочке, чтобы выздороветь. Так, тут что? А, тут какой-то тортик. О, так много она дала мне. Я думала, она чуть-чуть прям даст. Она много, она его очень любит. Так, здесь творог. А, это на ужин. Как раз на ужин, да. Творожок. И сметанка. Ложечка сметаны. Нужно будет спросить маме. Коробочка ей оставлять потом или нет? А то купит всякие такие. Покупать не хочет контейнеры. Контейнер-то удобнее. И рыбкам. Рыбкам. Завтра я с утра сварю кашу гречневую Димочке. И как раз он покушает ее вместе с рыбкой. Мама сразу все отделяет, чтобы мне потом не мучиться. Не отделять там по 3 часа. Вот такие были покупки. А это вот вчера мы с вами пробовали, предыдущий день. Мы пробовали с вами вот этот напиток. Там вот желейные, господи, не помню, как они называются, там эти, рахат-лукум. Вот. Так вот, а это у меня там игра «Ферма». Еще в больнице мы лежали, я играла в нее. Сейчас появится. Вот она. И уже продолжила дома. Когда заняться нечем, хочется посидеть спокойно. Я играю. Вот так вот.